Сегодня знаковый день для города Новороссийска. Сегодня мы будем слушать симфонический оркестр города Новороссийска, Черноморская симфония. Это действительно знаковое мероприятие. Это духовная жизнь нашего города, культурная жизнь, которая будет нас одухотворять. И мы сейчас активно занимаемся продвижением вопроса об увеличении ставок для симфонического оркестра. Мы будем развивать дальше этот проект. И, конечно же, важным вехой этого проекта – это дом для этого симфонического оркестра. Мы планируем провести переговоры с Росимуществом о выделении здания Росморпорта, бывшего концертного зала, который был еще в Доме политпросвещения. И это действительно, дай Бог, нам это удастся, и мы возродим симфонический оркестр благодаря стараниям, конечно же, Юлии Борисовны Костякова, которая инициатор этого проекта. Песни прибоя, сегодня мы присутствуем на таком мероприятии, что вот, не знаю, до слез. Спасибо, здесь было просто идеально, мы подпевали. Спасибо вам, что вы дали нашему городу эту возможность слушать настоящий симфонический оркестр. А мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы у этого оркестра был свой дом. Юлия Борисовна, мы работаем, и глава города, и мы все вместе, чтобы вот эти ребята все сидели у себя дома, на своей сцене, играли, наслаждались музыкой. Вам спасибо за ваше вот безграничное творчество, желание играть, желание дарить нам музыку. А это дух, это нашего города. Спасибо вам большое. Симфонический оркестр будет в городе Новороссийске, он уже есть. Дальше мы будем помогать его развиваться.